Всем привет, ребята, и добро пожаловать в рубрику обзор операционных систем и программного обеспечения. И сегодня снова продолжаем серию Windows 2X. И сегодня на этот раз Windows 386 2.11, которая была выпущена в 1989 году. Точная дата неизвестна. Вот. О чем говорит загрузочный экран 1989 год? Вот. 2.11. Вид. Короткий и длинный, то есть подробная информация о каждом файле, ее форматы, и времени и так далее. Сортировка и специальные функции. Калькулятор. Так. Календарь. Правка, вид, показ, будильник и настройки, картотека, правка опять, вид, карточка и поиск, буфер обмена, так, похоже опять. Часы. Панель управления. Установка. Установка еще одна. И настройки. Смен цветов. Граница. Пищалка. Мышь. Скорость клавиатуры. И настройки стандартов. Формат времени, формат чисел, формат валюта и формат даты. Мигание курсора и двойной щелчок скорости. Мемсет. Блокнот. Рисование. О, господи. О, боже, это еще хуже. Просто скорость курсор быстрая. Поэтому так оно и случается. Так, PIF Editor. Реверсия. Игра. Подсказка, пас и новая игра и сложность. Спойлер, нету принтеров, ну и понятно, терминал, сессия и конфигурация. А тут уже 2.1. Видать, все-таки какие-то программы были обновлены до 2.1.1. Только какие? Редактор Write. Правка, поиск, символ,
Абзац и документ. Так, входи ты. Ну и все. Будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также комментировать. Ну а с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.